Всем большой привет! Сегодня будем готовить очень нежный и вкусный печеночный паштет. Список необходимых ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! 1 килограмм куриной печенки зачищаем от всего лишнего и хорошо промываем водой. Дальше разогреваем глубокую сковороду, вливаем в нее 3-4 столовых ложки подсолнечного масла, высыпаем туда нарезанный полукольцами лук в количестве 2-3 штуки и жарим его до мягкости. Затем добавляем 1-2 натертых на крупной терке морковки и продолжаем жарить, пока масло не станет желтым. Теперь отправляем к овощам подготовленную печень. И жарим все вместе на сильном огне до изменения цвета печенки. Она должна стать светлой. Дальше убавляем огонь. Добавляем в сковороду 1/2 чайной ложки соли, 1/3 чайной ложки черного молотого перца, 3/4 чайной ложки черного молотого перца. Накрываем крышкой и готовим печенку 20 минут. Периодически содержимое сковороды мешаем. По истечении времени выключаем огонь и даем печенке немного остыть. Затем перекладываем все в подходящую посуду. Добавляем 150 граммов размягченного при комнатной температуре сливочного масла. И хорошо перебиваем блендером в однородную массу. Также можно пропустить содержимое сковороды через мясорубку с мелкой решеткой. Вот и все. Очень нежный и вкусный печеночный паштет готов. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.